Представьтесь, пожалуйста. Александр Хусаинов, тренер команды «Оконный континент». Как сегодня игра прошла ваша? Игра прошла, ну, погода внесла свои коррективы. Конечно, да. Состав... Плюс, минус? Скорее всего, в минус. Состав был неполный, не было ключевых игроков. Но, в принципе, ребята молодцы, справились. Команда была достойна противника, сильная. Ну что, игра хорошая, так что спасибо противнику, спасибо нашей команде. Что, по-вашему, нужно для победы? Для победы хорошее настроение, хорошая команда.